Усім вітання, це проект Good as Human. Мене звати Христина Петрик. У ньому ми говоримо про толерантність і доступ до прав. Мій співведучий Нікіта Пермяков є поруч зі мною. Доброго вечора тобі, Нікіта. Ми сьогодні говоритимемо, що означає бути жінкою і що означає бути феміністкою у пострадянській реальності. Чому так? Виставка Femmes in East про різні погляди на жіночність у пострадянських країнах триває в Одесі до кінця травня. Її можна подивитися в галереї In Vogue Art. Власне, там 15 жінок із різних сфер діяльності. З пострадянських країн, таких як Вірменія, Грузія, Молдова, Україна, Росія, досліджують фемінізм і його нинішній стан. Вони розкривають стереотипи, які до цих пір побутують у суспільстві. І я з радістю знайомлю вас з моїми сьогоднішніми гостями, учасницями цієї виставки. Це Ірина Боровинська, бізнес-коуч і психологиня. Вітання вам, Ірино. Добрий вечір всім. Анна Камай, культурна менеджерка і незалежна кураторка Інституту сучасного мистецтва. Добрий вечір. І Кароліна Скліфос, європейська молодіжна послиня для Республіки Молдова. Доброго вечора. Давайте почнемо з того, чого все-таки хочуть феміністки пострадянських країн. Які у них проблеми? Кристин, может быть, немножко разнесем эти два понятия, да, потому что возможно, что мы понимаем, может, не понимаем, что это такое, да. Первое, что такое феминизм, что такое все-таки пострадянское пространство, постсоветское. Это какой-то культурный такой феномен, да? И третье, что такое проблема. И третье, что такое проблема. Что женка, да? Давайте сначала поговорим про, что такое феминизм, да, о чем эта выставка, и, соответственно, что такое постсоветское пространство. Как понять, что я нахожусь в постсоветском или не постсоветском пространстве? Угу. Давайте так. Значит, феминизм — это очень просто, мне кажется. Это просто равноправие между мужчинами и женщинами. Равноправие и равные возможности. А то, что мы называем постсоветским пространством, это те страны, в которых был Советский Союз раньше. И мы очень часто говорим о том, что есть страны, которые были колонизированы. И я читала, что никогда про это не говорилось, про советские страны, про постсоветское пространство. Ну, это феномен тоже, который можно смотреть на это как феномен постколониальной реальности. А это территориальный признак или все-таки какая-то культурная особенность в этом во всем есть в постсоветском пространстве? Точно, это культурное явление, потому что у нас у всех остались все эти культурные явления, которые в наши страны были введены после во время Советского Союза. И мы с этим живем до сих пор. И это феномен, который очень тесно связан с феноменом постколониального, как бы постколониальной реальности, которой мы знаем про такой... Африку, про Азию, про все эти страны, а про вот в постсоветской реальности, как бы академия не называет эти страны. Не изучает эти страны вот под этим взглядом. А был такой советский или досоветский феминизм? Ну, вот фактически, да, то есть досоветская реальность была, понятно, советская реальность была. Вот как там было с женским движением, фем-движением? Ну, мне кажется, что намного лучше, чем сейчас, и что мы сейчас живем в такой негативной анархии, где... Нет, права женщин вообще не защищены. Если взять, например, права матерей или, скажем, права матерей-одиночек, то во время Советского Союза существовала такая как бы схема, когда были пособия нормальные, бесплатная медицинская помощь, детсады, и все это как бы способствовало тому, чтобы женщины могли заниматься тем, чем они хотят, и в то же время как бы быть с семьей, быть матерями. А вот сейчас, мне кажется, что дела намного хуже, потому что нету никаких социальных как бы гарантий, и как бы работодатели хотят, чтобы как бы женщины работали до 6, скажем, а садики, например, до 5 работают. Так что и нету никаких гарантий, что если твой ребенок, скажем, заболеет, раньше было как бы всегда работа была такая государственная, и можно было как бы
не пойти на работу, на следующий день принести какой-то, не знаю, из поликлиники бумагу, что как бы ребенок болеет, и все. Ты все равно получаешь свою зарплату. А сейчас такого, мне кажется, невозможно. У нас в Армении точно невозможно, да? Такой вот вопрос. Mm-hmm. Женщина в Советском Союзе, да, у нее были больше, возможно, возможностей, да, вот таких вот в реализации собственной какой-то позиции, но при этом интересно, что женщины хотели этих свобод и прав в то время или не хотели, это насильно им внушили в Советском Союзе, что вы должны быть с мужчинами на одном украинском уровне. Mm-hmm. Если можно мне отвечать, мы, кстати, с Аной, мы когда были в Тбилиси на прошлом проекте, мы нашли в библиотеке там книжку Ленина «Раскрепощение женщины». Кстати, это было очень интересно, и я, кстати, закончила недавно ее, и там, ответить на твой вопрос, там, ну, типа, вот именно раскрепощение женщины будет только в Союзе и в обществе, да, вот именно. И я думаю, это было немножко, ну, тоже сверху как бы навязано, но там, если поддержка, то что она говорит про поддержки, ну, это как бы было такое советские времена, и сейчас, наверное, доказывает то, что женщины должны немножко больше воевать, чтобы добились прав, и чтобы вот именно были, ну, послушаны в этом. Короче, ты проблем. Прочитала книжку, да. Полина. Окей, молодец. То есть права давали насильно, правильно понял? Вот я про это очень долго думала недавно, потому что я очень много работаю с rural communities, как это будет? С сообществами, которые находятся в деревенской местности. В Армении, да? И вот сейчас, как бы, мы с другом спорили, он говорил, что как бы, ой, как хорошо было в советское время, у него ностальгия, все дела. Я говорю, и думаем, как это возможно, что вот сейчас в деревнях в Армении, в районах, там, кроме Еревана, люди живут так же, как они жили, скажем, не знаю, как в 19 веке, да, у них такие же как бы, нравы, обычаи. Женщина сидит дома, готовит, рожает детей. Особенно мальчиков, потому что рожать девочек это как бы невыгодно. У нас есть, да, такая, это на Кавказе очень принято, да. Мальчик это хорошо, девочка это плохо, вот. И как бы я думала о том, как это было возможно, потому что в советское время не было такого, там женщины работали наравне с мужчинами, да, была эта вот социальная схема обеспечения. И что случилось? Как это возможно, что вот после этого советского времени мы вот вернулись как бы в прошлое, в 19 век? И я думаю, это вот моя теория, что, наверное, Советский Союз очень коротко длился и, короче, не поменял на самом деле ментальность людей. Да, как бы они заставили, чтобы женщины и мужчины были наравне, да, там в колхозах работали вместе и все дела. На заводах, колхозах. Да, получали те же зарплаты, скажем, да. А вот сейчас, как бы, это прошло, и все, люди... Опа, и стали снова такими, как и были раньше, да? Но при этом очень важный момент, что когда женщина пришла домой с работы вместе с мужчиной, они отработали 8-часовой рабочий день, у нее начинается вторая смена, начиналась. Именно. И в Союзе тоже, да, а в Союзе, да, особенно, да, в условиях дефицита страшного и постоянных каких-то точно бытовых проблем. Точно, да, это и еще mental load. Это я не знаю, как будет по... Интеллектуальный... Mental load — это то, что женщина все должна думать за всех членов семьи и все это планировать. Психологическая нагрузка какая-то. Вот, да, да. Вот как, я перейду трішечки на російську, щоб наші гості зрозуміли, як восприймають фемінізм і взагалі о чому это, якщо ми говоримо о ваших странах, на примірі ваших стран. Вот Аня говорить о каких-то селах, де там жінки живуть в такому, ну, не первобитному, но очень такому патріархальному, закостенілому, да, устрої. Як это понимать, що вони думають ли вони о фемінізмі і як вони його восприймають? У тебе, оказывается, акцент, Кристина, коли ти на русском говориш. Первый раз в жизни слышу. Давайте, може, поки наші гості думають, я трошки розкажу про стан речей в Україні.
я можу сказати, що в Україні в нас не всі жінки розуміють, що таке фемінізм, не кажучи вже про чоловіків. Тому що дуже часто жінки сприймають фемінізм як щось негативне, тому що ми бачили такий приклад, як ця група «Фемен», де вони демонстративно робили деякі речі. І зараз, на жаль, багато людей сприймають фемінізм як щось негативне, як оці жінки, які виходять і демонструють ці оголені груди чи ще щось. І мені здається, що треба проводити таку роботу, яка б допомагала людям зрозуміти, що ж насправді є фемінізм. І апелюючи до того, що сказала Анна, це захист прав жінок, це рівні можливості для жінок і чоловіків. І я думаю, що треба проводити більш едукативну роботу для того, щоб наше суспільство зрозуміло нарешті, що ж таке фемінізм і що він... Хоча інформації дуже багато організацій, які працюють з цим конкретно і предметно. А «Фемен», які ви згадували, вони вже взагалі як якісь динозаври виглядають в далекому минулому, особливо ті, хто трішки орієнтується в гендерних теоріях, тому як розвивалася ця думка. Тим не менше, справді є жінки, які кажуть, що ні, нам це не потрібно, це шкідливо для нас, ми хочемо жити так, як ми хочемо. Тобто це теж про фемінізм, але вони бояться визнати, що вони хочуть жити так, як вони хочуть, це означає бути феміністкою в певному сенсі. Ну, я погоджуся з цим вашою думкою, тому що фемінізм, він не каже, що жінки мають бути як чоловіки. Жінки мають займатися лише там чоловічими справами на рівні з чоловіками. Хоча про це, ну, якби, про це ми кажемо, так? Але ж якщо жінка хоче бути домогосподаркою і доглядати своїх дітей, то феміністки і феміністичний рух, він цього не забороняє. Це правда. Потому что, скажем, у нас в Армении тоже есть такие феминистические организации, которые деятельность в большинстве своем это против семейного насилия или, скажем... Трішечки ближче, Аня, до микрофона попрошу вас. В Армении феминистические организации больше всего работают в деятельности в сфере семейного насилия, как бы против этого. И есть еще организации, которые хотят, чтобы не было вот этих sex-selective abortions. Я сказала, как это будет. Аборты по половому признаку, когда женщина узнает, что у нее будет девочка, то в Армении принято делать аборт. Это жуть вообще. Да, так как быть девочкой в Армении невыгодно, к сожалению. Я вот несколько проектов на эту тему сделала, и я встретила женщин, которые делали более 40 абортов, только чтобы у них родился ребенок, мальчик. Вот. Это массовое явище? Ну, это в деревнях больше всего происходит. Есть один регион, где там как бы самый большой процент этого феномена. Но это повсюду в Армении и повсюду на Кавказе. И как бы Армения, Азербайджан и Грузия, мне кажется, и еще Китай, наверное, вот это тройка стран, которые... А с чем это связано конкретно? А. Почему не хотим девочек? Почему нужен 100% вот сын, там, мальчик, чтобы родился? Потому что мальчик вырастет, станет кормильцем семьи и как бы принесет в дом невестку, которая будет служанкой. А если родить девочку, то девочка пойдет служанкой в другой дом. И вообще невыгодно, да, невыгодно. Они же знают, как плохо там невесткам бывает дом, да, как там свекровь, как с ними обращается, как муж обращается, что нужно все делать. Там у нас есть такое выражение, я с армянского переведу, типа мыть ноги свекра и пить эту воду. Типа вот так они должны себя вести, пока не умрет свекр и свекровь, и потом они уже будут вот так себя вести со своими невестками сами. Как бы это вот такая модель, которая из поколения в поколение все еще возрождается. Вот. Типа женщины делают то же самое, что с ними делали как бы их свекрови. И это для меня самое сумасшедшее. Это как female genital mutation в Африке, когда женское обрезание. Женское обрезание, да. Это же женщины это делают с женщинами. И они же знают, что как это было, да, какую боль они всю жизнь прочувствовали из-за этого, и как это было плохо, но все равно, как бы, это их традиция, и они продолжают так делать с другими девочками. А как происходит вот именно в вашем случае, да, в вашей стране, как уживается вот этот патриархат и феминизм? Как на вас смотрят, если просто сказать?
Ну, чем вот, вы встречаете? Как я рассказала, у нас тоже ассоциируется это более как бы агрессивные какие-то озлобленные женщины, которых, не досделали. Вот, конечно, да. И да, если ты феминистка, то, наверное, ты лесбиянка. Вот. А так, мне кажется, что просто из-за того, что есть вот эти экстремальные явления, как фемин, скажем, из-за этого как бы не происходит диалога между обществом и вот людьми, которые думают, что нужно, чтобы было равенство возможностей между мужчинами и женщинами. И это как бы разделяет общество более, чем если бы не было этого экстремального. Мне кажется, что нужен диалог, не нужно никаких таких провоцирующих вещей вот у нас. Потому что то, за что мы боремся, все это уже пройденный этап в Европе, скажем. И мы знаем, как они этого добились, и очень легко. Мы знаем, что через некоторое время это все придет к нам тоже, да? Что это не какая-то фантастика, да? А что все это со временем придет к нам тоже. В Украине ситуация краще выглядит, ніж в Германии, так? Можна так стверджувати? Ну, можливо, трошки краще, але ж ось коли Анна говорила про ці селективні аборти, то я згадала сім'ю вірменів, які, ну, з якими я знайома, і я якось до них в гості прийшла, і вони, і в них була вагітна невістка. І свекор каже, так, вона вагітна, але ж знову дівчинка. І я тоді не зрозуміла, чому так. А зараз, коли Анна розповіла про те, про ці селективні аборти, то я розумію, що це. Это вообще не единственная проблема в Армении. Вообще насилие в семье, это вообще каждый год не знаю, сколько женщин погибает из-за насилия, которое происходит ежедневно в семьях. И самое ужасное... Патриархальная культура, она напрямую связана с насилием? Или все-таки есть вариации? Мне кажется, что да, если как бы вот насилие, война, все это как бы связано с патриархатом, да. Очень напрямую. Какая из постсоветских стран на данный момент является одна из таких ближайших к той цели, за которую вы боретесь? Какая вот, где ситуация самая-самая такая вот good? Вы напрашиваетесь на комплимент. Серьезно. Да, мне кажется, что да. Я не знаю, я просто Украину очень люблю. Я из Армении, так что для меня как бы... Да, наверное... В Украине и в Грузии ситуация намного лучше, чем в остальных странах. Я не знаю, девочки, что вы думаете? Каролину, ну, ще цікаво почути. Тоже. Я бы, кстати, Грузию тоже приводила как пример, но это более больше... Но только в Тбилиси. А Украина только в Киеве, наверное. Мы были, кстати, в президентскую администрацию там, и, ну, у них, конечно, женщина-президент, и, в принципе, доказывает, но кроме... Я бы сравнивала то, что, потому что в Молдове то же самое проблема, что девчонки говорили про насилие, но в то же самое у нас есть проблема про интеграцию женщин, и чтобы именно женщина смогла добиваться вот высоких позиций или каких-то политических должностей. И вот это именно, если сравнить, у нас тоже как бы есть сейчас много и партий политических, которые женщины, в которым женщина принимает очень активную позицию, но в принципе, я не знаю, но надо... Есть и статистика, которая демонстрирует то, что 63% женщин, например, они испытали насилие в семье, и когда ты смотришь и сравниваешь это, как бы, то думаешь, что, ну, еще много нужно работать над этим, конечно, и надо как бы что-то поменять вот именно. А как оппозиция в вашей стране реагирует на какие-то акции, какие-то вот мероприятия, ивенты, события, которые связаны так или иначе с женскими правами? И что такое оппозиция, ты кажешь? Опозиція, а хто це? Тому що мало політичних рухів, я так підозрюю, включають в свої платформи щось про фемінізм і про права жінок. А можливо, я помиляюся?
У нас вот в прошлом году была революция, если вы слышали. Звичайно. Да. Вот, Velvet Revolution, бархатная революция. Да. Мы уважно слідкували і радіємо за ваші успіхи. Вот, і зараз несколько феміністок, вони в правительстві, як адвайзери, як советники. Угу. И недавно вот случилось такое, что у нас в парламенте были такие слушания открытые, и были там все представители этих общественных организаций. И вышла на, как это называется, from the stage, на сцене. Не-не-не, чтобы кто-то вышел... На сцену? На трибуну. На трибуну. С трибуной выступила женщина, транс-женщина, которая является как бы руководителем одной организации, защищающих права. Парламент LGBT. После этого смог работать в прежнем режиме? Ну вот, и после этого был такой бэклэш, короче, они начали... Там были депутаты, которые прямо призвали... Зажечь, сжечь эту женщину, да. Вот был такой прямой призыв от депутата. А так, да, сейчас, короче, все намного лучше, но мне кажется, все феминистические движения, их очень мало в Армении, и они все тесно связаны с движением LGBTQ. Да, они всегда вместе. А как это происходит в Молдове? Мне просто интересно, потому что я знаю, что там есть 100% есть движение, которое ЛГБТ-движение, да, там уже лет, наверное, 10, как проводятся постоянно прайды регулярные, да, точно. Ежегодные. Вот как это, как ваше движение чувствует себя в вашей стране и сотрудничаете ли вы с ЛГБТ-движением? Если вот именно мне сейчас в голову приходило то, что ну, мы подписали anti-discrimination law, наверное, я не знаю, если Украина еще подписала, вот это в восточной партнерстве, это мы были, наверное, первые, которые это и влияло на церковь, это очень влияло, кстати, потому что ну, у нас есть вот пожилое поколение, которое, конечно, они более ну, влиятельные под церкви. И вот именно я думаю, что это очень хорошо, что у нас вот есть и парады, и вот эти организации, которые, ну, конечно, надо поддерживать. Надо поддерживать. И вот именно то, что я думаю, это очень-очень хорошо, но испытала то, что я испытала, вот я не живу в Молдове, кстати, последние 7 лет, но я чувствую себя как бы феминисткой, и нормально для меня это не влияет, но в предыдущую неделю я была в Молдове, и особенно вот посетила и бабушку в поселке, и там, знаете, меня спросили, как бы, ты поженилась уже или нет, ну, то, что... И для меня вот это именно был немножко шоком, потому что, ну, я видела то, что они в поселках и потому что вот эти парады, они проводятся, конечно, в больших городах, и более как бы... В Кишиневе? В Кишиневе, конечно, и они отличаются, но отличаются от ситуации в маленьких поселках. И из-за того, что вот именно вот я видела, как они там, ну, восприятие мужчин, например, как вот именно твой сейвер... То, что ты обязана, вот мужчина будет тебя... Защитник. Будет. И ты как бы, если женщина, то ты сама ничем не можешь добиваться. И вот про это... Какая позиция у нынешнего президента в Молдове? Просто я был года, наверное, 3 назад или 2 назад, как раз были предвыборная кампания, куча плакатов, потом почитал что-то в сети и больше ничего не слышу. То есть какая у него позиция по отношению как к женщинам, да, в политике, в частности, и, соответственно, к ЛГБТ-движению, потому что я не разделяю ЛГБТ-движение и фем-движение, они рядышком, потому что корень дискриминации, корень зла, он в одном. Я думаю, он не будет принимать как бы активную позицию, потому что, ну, у него есть, как бы, мы знаем, что у него очень, как бы, есть и про политики с Россией, но в том же времени то, что как бы очень в контрадикции с то, что он делает с, ну, советским, с Европейским Союзом, то и у него не будет как бы активная позиция, как бы прям. Но из-за того, что как бы они добивались и это
Вот можно они как бы эти activities, ну, занятия проводить, я думаю, значит, как-то они поддерживают. Ірино, а як би ви описали те, що відбувається у феміністичному русі в Україні? Організації, які представлені, наскільки вони єдині, є в них спільне бачення чи є протистояння певне? Ну, дивіться, я не можу сказати, що я знаю багато таких феміністичних організацій, але те, що я бачу, вони досить активні. Причому мене тішить, що вони спрямовані на молодих дівчат. І зараз я точно знаю, що у Вінниці буде проходити такий фемінфест, на якому молодих дівчат навчатимуть, що таке фемінізм, як відстоювати свої права. І мене це дуже тішить, тому що я вважаю, що ми маємо працювати з молодим поколінням в тому числі, ну і розповсюджувати інформацію про те, що таке фемінізм, як його правильно сприймати серед суспільства. Є дуже багато жіночих клубів, які не проголошують себе феміністками, але збираються в єдине ком'юніті для того, аби ділитися досвідом, аби допомагати, підтримувати одне одного. Але ж вони не кажуть, що вони феміністи. Тобто є різні, скажімо так, різні ситуації. Є організації, які кажуть, що вони феміністичні організації, є просто жіночі організації, які не позиціонують себе як феміністки, але ж всередині цих організацій відбувається обговорення тих проблем, з якими стикаються жінки у повсякденному житті. Наприклад, одна із таких груп, я в ній є як учасниця, і вчора я поставила питання цим жінкам про те, з якими коментарями на свою адресу вони стикаються, і які б ніколи не сказали чоловікам. І була дуже велика дискусія, дуже багато жінок писали про дискримінацію, про те, що так, їх сприймають як домогосподарок, що жінкам не треба вчитися, що треба готувати, прати, прасувати, слідкувати за дітьми. І говорили дуже багато про нерівність в оплаті праці, наприклад, про те, що коли йде обговорення про те, кого підвищити, чоловіка чи жінку, підвищують чоловіка, тому що жінка потенційно може піти у декретну відпустку. Або підвищити зарплату чоловіку або жінці, підвищити зарплату чоловіку, тому що йому треба годувати сім'ю. Ну, тобто, це дуже дивно, як на мене, тому що жінка може бути єдиною годувальницею у сім'ї. То чому ж не їй підвищити заробітну плату? Тобто дуже багато питань є таких, які стосуються прав жінок, але вони обговорюються всередині жіночих клубів, які не позиціонують себе як феміністичні. Який з регіонів самий прогресивний в цьому плані в Україні? А я думаю, що Київ, звісно. Київ найпрогресивніший. Але ж ось цей фемінфест, він буде відбуватися у Вінниці, наприклад, тому я думаю, що регіони до нас приєднуються. Також підтягуються. Так, підтягуються. І я дуже сподіваюся, що скоро у великих обласних центрах будуть такі феміністичні організації. Вінниці дуже така сильна громадянська позиція, тому що я по роботі був в турі, там був концерт українських виконавців, нам його сорвали фактично. Да? От ви як чекаєте? Були якісь предложения, предположения негативные по поводу вашей выставки этого мероприятия, ага. Венец. Единственное, что я хотела религиозные добавить... Религиозные организации или какие-то, допустим, там радикальные настроения? Ага. Нет, единственное, что я хотела добавить по поводу того, что как дела обстоят в столицах и в областях, то везде, в постсоветском пространстве, везде, мне кажется, все централизировано в столицах. И, например, у нас и в Грузии точно так. Мне кажется, в Молдове тоже обязательно вот так. Вот очень хорошо, что вот сейчас ты сказала про фестиваль Винниц, который произойдет. А так, да, вот это наш феномен постсоветского пространства, где все централизировано в столице, и кроме столицы там ничего, просто ничего не происходит. Да? А что касается нашей выставки... Винница именно. Винница. Были ли какие-то комментарии? В нас не было... Трошки не так сприйняли інформацію. В нас не було виставки у Вінниці. В Вінниці просто є феміністична організація, яка буде організовувати фемінфест для молодих дівчат. Але ж щодо провокації, я думаю, що таке може бути, тому що, спираючись на досвід з ЛГБТ-спільнотами, я знаю, я, наприклад,
брала участь у тренінгу для психологів, які працюють з ЛГБТ-спільнотою. І коли такий тренінг проходив у Києві, то все було добре, без всіляких негараздів. Але ж коли ця сама організація поїхала в якийсь регіон, то я не пам'ятаю точно, але ж, напевно, це була Полтава чи якийсь такий обласний центр, і вони там проводили також тренінг для психологів, вчителів, соціальних працівників, які працюють з ЛГБТ-спільнотою, і прийшли дуже радикально налаштовані юнаки і просто зірвали захід. Постоянно происходит. Да. Буквально вот недавно была новость, я, по-моему, кидал тебе, не кидал, Кристин, по поводу того, как преподаватель по религоведению женщина, да, преподавательница во Львове призывает фактически к гомофобии в школах, да, и новость была на всех вот пространствах, площадках в интернете, да. Ну, справді, да, для Украины ситуация... После геев нельзя в туалет заходить и так далее. То есть это все живет, и вот чем, мне кажется, западнее, да, там эти прям вот такие вот культурные эти обычаи, крепы, они вот прям мощные. Харків теж дуже складна ситуація. Я завжди була із ЛГБТ, із феміністичними рухами. Тобто це типова ситуація, коли проводять презентацію книги, наприклад, про сексуальне виховання для дітей, для підлітків, і приходять праворадикально налаштовані люди і її зривають. Чи в ваших країнах є такі організації, які напряму протидіють феміністичним рухам, погрожують? В нас часто бувають і погрози отримують очільниці, таких, здавалось би, так, 21 століття, але і фізичною розправою погрожують. С движением феминистичным нет, ничего такого я никогда не слышала, но да, у нас тоже очень много этого violence, насилия против членов LGBTQ community, и, скажем, когда это было в 2008, наверное, вот эти я не знаю даже, как их назвать. Несколько парней просто взорвали один бар, который был вот такой как бы хабом LGBTQ community. И вот это было как бы вот такое прямое насилие, которое я помню. И что еще? Ну и насилие такое, которое происходит на рабочем месте или на улице. Если они... люди такие как бы ходят, немножко они выделяются от общества, то да, очень возможно, потому что у нас, да, не воспринимают как бы гомосексуалов, но лесбиянок любят. Це саме сумасшедше, що в нас не так багато залишається до кінця нашої розмови. Наостанок я би ще хотіла поговорити про здобутки фемінізму у ваших країнах, аби ми не тільки описували проблему, а й говорили про те, що вдалося досягнути і завдяки чому, і які тенденції позитивні прослідковуються. Ну, я, напевно, розпочну, тому що нещодавно, якраз коли готувалася до виставки, я спілкувалася з дуже багатьма жінками, які проявляють себе у нежіночих професіях. Ну, нежіночих у лапках, тому що ми вважаємо, що всі професії людські і немає чоловічих або жіночих професій. І мене дуже порадувала, потішила така тенденція, що усі жінки у цих професіях кажуть, що зараз тенденція дуже позитивна, що дуже багато жінок з'являється у таких професіях. І, наприклад, коли у 2003 році я хотіла вступити до Академії Міністерства внутрішніх справ, то квота на дівчат була лише 10%. Зараз такої квоти немає, і це дуже тішить, і я вважаю, що це все ж таки здобутки цього феміністичного руху. Жінки у нежіночих, знову ж таки, в лапках професіях вже сприймаються як професіонали. Вже не сприймаються, що це тендітна жінка, в неї там мозку не вистачає, не вистачає чи щось таке. Вже все ж таки більш відносяться, ставляться як до професіоналів. І це дуже тішить. Я думаю, що ця тенденція буде розвиватися, і у наступні декілька років, можливо, зрівняються навіть кількість чоловіків і жінок у професіях. Ви оптимістка. Так, я так. І буду робити все, щоб це сталося.
Достижения это... На данный момент, что уже есть, вот, за что можно себя поздравить и съесть вкусное пирожное перед сном? Для меня пока что нету, я не ем сладкое. Что-то другое. На данный момент. Другая пирожка. Да, ну нет, сейчас вот в конце концов приняли закон против насилия в семье. Но нужно все это поправить, потому что пока что это не очень нормально, нехорошо выглядит. У нас тоже церковь очень сильная, и очень много националистов, которые говорят, типа, вот, семья — это священно, ну, то, что происходит между мужем и женой, должно оставаться дома, и, как бы, полицейские не должны, как бы, вмешиваться в семейные эти ссоры, и такие глупости идут. Из парламента вот такие речи идут, да, как бы. Вот, поэтому нужно этот закон поправить. Я не знаю, когда будет следующее слушание, но закон прошел. Мне кажется, это пока не будет действовать, так как женщины сами не будут обращаться в полицию, если будет, даже если закон пройдет, потому что у нас есть такая традиция, что victim blaming, все равно будут обвинять жертву в нашем социуме, в нашем обществе. Если остаешься с этим абьюзером, то твоя вина, ты глупая, если остаешься, если об этом говоришь, то значит, что ты тоже... Феминистка. Нет, ну не то, нет, глупая. Тоже что глупая. Ты, да, тоже твоя вина, что ты оставалась все это и все терпела, все это твоя вина, да? Я уже не говорю о насилии, которое тоже есть. Вот. Пока что нам нужно, да, продолжать работать в этой сфере. Меня больше всего интересует вопрос матерей в современном искусстве, как получается, что в художественных школах учатся 80% девушек, а потом уже в сфере современного искусства там более 60 или 70% мужчин. Куда исчезают женщины после того, как они заканчивают вуз в современном искусстве, и почему после 30, как бы, они пропадают с этой сферы? И я точно знаю, почему это все происходит, потому что нету платформы для того, чтобы они могли заниматься искусством и в то же время быть матерями, да? Меня этот вопрос интересует как кураторку. Я собираюсь сделать резиденцию только для матерей и художниц в Армении, потом я надеюсь, что найду партнеров в странах, в постсоветских странах, и мы это продолжим. Потому что очень важно, чтобы тема материнства и чтобы женщины-художницы могли практиковать то, что они делают, современное искусство, после того, как они стали матерями. Потому что на данный момент все выставки происходят вечерами, нету никакого child care. Підтримка, ну, или child friendly, как будет child friendly по-русски? Дружня до дітей. Ничего такого нету, да? Если ты идешь с ребенком на выставку, на тебя смотрят косо, почему она притащила своего ребенка, могут игнорировать твоего ребенка. Нету никакой солидарности в нашем обществе, к сожалению, да, в большинстве случаев. И это нужно поправить. Потому что быть матерью — это не только, как бы, private. Собственное решение, но это политическое решение, потому что матери, они educated, bringing up. Они воспитывают и... следующее поколение, которое будет решать все для нас. Mm-hmm. Остается буквально пару минут. Такой вот у меня вопрос. Что такое феминизм лично для вас? Да, это личная позиция, гражданская позиция, это стиль жизни или мироощущение? Или как вы себя вот ассоциируете с этим движением? Потому что вы 100% в этом движении, мы сегодня уже это услышали. И Кароліна також ще можете додати, Кароліна, про здобутки у вашій країні. Ви ще не висловилися. Давайте вас начнем. Да, получается, первое, что есть на сейчас. Да, и второе, что такое для вас феминизм, буквально по пару слов, и будем уже заканчивать, потому что на самом деле времени никогда не хватает. Да.
Мы, кстати, когда первый раз познакомились во Львове, я думала, что для меня значит феминизм, и как-то, ну, я даже девчонам сказала, что у меня реально как бы, потому что мы про лидершип, про лидерство, ну, как бы женское лидерство обсуждаем этот проект, и я говорю, у меня были реально очень позитивные и хорошие модели, как бы, тоже мужские и женские, как бы, и как бы я не испытала такого, знаете, вот дискриминации или, может, в том обществе, где я вот и участвовала. Но для меня вот именно феминизм персонально это возможность участвовать для женщин и для девчонок, и для женщин, и вот именно возможность как бы выступать и возможность без всяких стереотипов, без всяких подсуждений. И вот я думаю, это важно, чтобы в любой обществе как бы ты смог свою идею или вот именно философию проявлять и всякое. Вот для меня вот это важно. Для мене фемінізм це можливість. Це можливість проявити себе, це можливість проявити свої здібності як жінці, так і чоловіку на одному рівні. Аня? Ну да, я не знаю, как можно это оформить по-русски. Ну, наверное, да, это просто единственное как бы... Мне кажется, невозможно, чтобы было по-другому. Это то же самое, как все остальные как бы, борьбы. Нет, struggles. Ну, скажем, борьба... Типа, как это называется? Противостояние, какое-то движение. Противостояние. Да, да. Ну да, что вот единственная цель, чтобы как бы это в конце концов осуществилось, потому что просто не то, что обидно, но нечестно, что есть вещи, которые женщины не могут делать, сделать, добиваться, достичь. Да, ну это просто нечестно, потому что мы все же знаем, что нету никаких разниц между мужчинами и женщинами, и что как бы если бы мужчина почувствовал... Ай, не надо, я не буду про это, я хотела про этот scales of pain, как бы восприимчивость женщин к боли такая высокая, что мужчины как бы не могут терпеть даже дольку этого. Так что нельзя сказать, что женщины — это слабый пол, да, ну это уже, да. Это то же самое, если мы скажем, что как бы женщины раньше не могли как бы ходить на выборы. Ну если кто-то вам сейчас скажет, что в какой-то стране женщинам нельзя все равно идти на... Пока что нельзя, не разрешено идти на выборы или что-то в этом роде, мы бы скажем, что это за чушь, да. Вот все остальное тоже вот так будет, и это будет... Мне кажется, скоро уже, потому что, да, у нас есть примеры других стран восточных, где все это уже на другом уровне. И сейчас у нас есть информация, доступ ко всей информации, и очень легко все это увидеть, как вы сказали. Мы тоже большие оптимисты, и в этой студии мы часто говорим про права, и не только женские права, мы говорим про ЛГБТ, про толерантность, и открою вам страшную тайну, я феминист. Yes. Да, после того количества материала, который перечитал перед тем, как готовился к первому эфиру, это было где-то месяца 4 назад, да, или 5 месяцев назад, и Кристина постоянно... Похвалити тебе ще раз. Да, так, тому що в нашому контексті про ЛГБТ феміністичну тему почав саме Нікіта. Він почав запрошувати феміністок пропонувати також це. І мені це особливо приємно, бо це ініціатива від чоловіка. Друзі, дякуємо вам дуже за актуальну розмову. Більше про погляди на жінок у пострадянських країнах можна буде почути, побачити на виставці. Виставка триватиме до кінця травня в галереї InVogue Art. Нашими гостями сьогодні була Анна Камай, культурна менеджерка, незалежна кураторка в Інституті сучасного мистецтва у Вірменії. Ірина Боровинська, бізнес-коуч і психологиня, і Кароліна Скліфос, європейська молодіжна послиня для Республіки Молдова. Христина Петрик, Нікіта Пермяков також були з вами. Це був проект Good as You. Почуємося.